Есть люди, ремеслу и талантам которых нельзя не завидовать. И речь не о кинозвездах. Сегодня в программе «Правда 24» ведущий реалити-шоу «Полиглот» на канале «Культура» Дмитрий Петров. Приветствую вас. Прошу. Дмитрий, когда я говорил про зависть, я, конечно, не имел в виду вот вашу деятельность на канале «Культура». То, я надеюсь. Вы телеведущий, а то, что вы знаете столько языков. Мне вот, я даже не представляю, как вы должны воспринимать мир, имея вот, вот такой инструментарий. Сколько, кстати, вы языков знаете, в какой степени? Вынужден. Не в первый раз ответить вопросом на вопрос. Угу. Что вы имеете в виду по знаниям языка? Что вы можете давать интервью в студии национального телевидения. Такую дефиницию использую. Я думаю, вот часто говорят о совершенстве, в том числе о совершенном умении давать интервью. Это я не умею делать ни на каком языке, включая русский. Если же немножко распределить по такой иерархии, способны что-то делать на данном языке. Есть несколько языков, которыми я владею более-менее профессионально, то есть могу выступать в качестве переводчика, преподавателя. Чаще всего бываю в странах, где на этих языках говорят. Есть ряд языков, на которых я могу только читать. Угу. Есть и другие языки, на которых я могу только говорить. Угу. То есть есть несколько таких сфер, и для себя я измеряю языки не единицами, а группами, семьями. Так. То есть для меня это более комфортное восприятие вот этого пространства, которое мы воспринимаем как иностранные языки. Угу. Знаете, у нас в передаче участвуют всегда животные, у которых есть, очевидно, свой язык. Здрасте, это кто это? Мами. Мами? Мами. Это он или она? Девочка. Это девочка. Хорошо. Вот этой девочке мы найдем хозяев среди телезрителей. Вот. Мне кажется, они иногда, мне кажется, понимают любой язык, но делают вид, что не понимают ничего, им такого удобнее. У вас есть, кстати, домашние животные? У меня есть кот. Так. Да, я думаю, он не против был бы познакомиться с вашей гостьей. Да, возьмите, мы вам отдадим. Потому что он настоящий кот, настоящий мужчина. То есть вы имеете в виду, что он не кастрирован, да? Нет. Скажите, пожалуйста, а маме стерилизована? Не получится у них. Мы готовы отдать вам. Так что. А вот считается, что кот, он выбирает себе, что у него есть, не знаю, правильно или нет, ну как бы пирамида. То есть он выбирает себе главного в семье, саму авторитетного. У вас ведь, у вас трое, да, детей? Вы все вместе живете? То есть в пятером? У вас это? Старший сын женился и живет неподалеку. Мы поговорим про Демьяна Дмитриевича. Да, можно сказать, что у нас большая и дружная семья. Извините, дадим ей второй шанс. Я буду ее придерживать. Сиди здесь. Так. Да, продолжаем про Демьяна Дмитриевича. Да, ну, можно сказать, что у нас вся семья каким-то образом связана с языками. Угу. Демьян Дмитриевич... Он 89-го года, да, рождения? Он 89-го года рождения. Да, ну, рано женился. В этом году. Да, ну, 25. Прям... Ну, в прошлом смысле, в 14-м, да? В 14-м, да. Ага, так. Да. Угу. И, собственно говоря, и мои родители, и мои дети... И многие родственники, которые меня окружают, с которыми я продолжаю общаться, имеют какое-то отношение к языкам. А Демьян какое имеет отношение? Он переводчик и преподаватель иностранных языков. А с какого языка? Переводчик? Самые активные его языки, которым он обучался на переводческом факультете, где я, кстати, преподаю и сам тоже учился, английский и испанский. Это Мариса Тереза, да? Бывший Мариса Тереза. Ага. Сейчас он известен более как московский. Я-то помню его, да. Лингвистический университет, ага. Да. А супруга у него тоже из профессии? Тоже. Ваша невестка, тоже, да? Тоже переводчица французского языка. То есть они познакомились... Они познакомились в стенах Альма-Матер.
Собственно, а вы ведь тоже познакомились, вы в общежитии, да, познакомились со своей супругой, да? Да, да. А, и Свинаренко беседовал, Игорь Свинаренко, известный наш журналист, беседовал с ней, и она рассказала потрясающие вещи, которые меня перепахали, что вы пришли там в общежитие, где были индийские девушки, какой-то заказ там, что-то перевести. И поскольку они переходили все время на хинди, она говорила, что неудобно наш гость не понимает, а вы сказали, что вы продолжаете, я через полчаса начну это правда? Начну понимать, да. То есть вы можете за полчаса вот, не освоить язык, но как-то вот погрузиться? Первое, что мы усваиваем в языке, это не слова, не грамматика, а музыка этого языка. Все мы, когда были детьми, когда воспринимали, осваивали свой родной язык, мы не изучали его. Мы сначала впитывали все то, что его окружало. А язык воспринимается как пространство, как среда, как измерение. И первое, что мы в языке начинаем ощущать, то, что становится для нас знакомым, перестает быть чужим. Это мелодика, ритм, интонация нового языка. То есть вы начинаете, вот я вот эту ситуацию, то есть вы находитесь среди людей, которые общаются на своем языке, который вы не знаете, который вы не изучали. Вы какие-то вещи интонационно начинаете считывать? Как вот, да, вот этот вот процесс познавания абсолютно неизвестного? Да, я бы сказал, первые два инструмента, которые надо включить, это интонация и интуиция. Так. Интуиция – это то, что позволяет нам понимать другого человека, даже если мы не знаем его языка. Угу. Помните, был фильм «Тринадцатый воин», да, в главной роли Антонио Бандерас, да, совершенно который верно. Играл Мавра, который попал в среду викингов, и через какое-то время он стал понимать их язык. Нет, ну, то есть это, конечно, много. Да. Есть «Последний самурай» с Томом Крузом, который осваивает японский. То есть в этом очень много преувеличений, но нет дыма без огня. Это основано действительно на том факте, что настроившись на волну языка, а язык – это именно волна, и мы способны переключаться, если владеем разными языками с одной волны на другую. Примерно как телевидение, когда мы щелкаем каналы, или радиоприемник. А у вас кто-нибудь из детей язык мамы, то есть хинди, освоил? Кто-нибудь говорит на хинди? Ну, первым языком моего старшего сына до 3 лет был хинди. Да, она общалась с ним на родном языке. Да, потому что мы часто бывали в Индии, и родственники говорили с ним только на хинди. Ага. Потом он перешел на смесь хинди, английского и русского. То есть такой мир. И последующие мои дети примерно то же самое. Так что некоторые люди страшно боятся, что если дети в детстве слышат разные языки, то это может как-то повлиять на их понимание, что они толком не будут знать ни того, ни другого. Это абсолютный миф. Но думать-то они должны ребенок. На одном языке, они же не могут думать. Мы не думаем на языке. Не думаем, да? Только когда мы наши мысли начинаем облекать в слова, в речь, возникает формат языка. Но думаем мы эмоциями, идеями, ощущениями. Ну хорошо, но сны-то снятся на определенном языке все-таки. Это вам кажется? Да. Если, за исключением случаев, когда звучат какие-то конкретные слова, оформленные, сон, так же, как и наше мышление во время бодрствования, это поток сознания. Поток сознания, который принимает формы слов, когда нам надо этими словами с кем-то поделиться. Потому что я, некоторое количество лет в 90-е жил в Штатах, и когда я подумал про себя, что мне снятся уже сны на английском, я понял, что надо возвращаться. Я думал, что все-таки сны снятся на реплики, которые ты слышишь, и ты слышишь их на определенном языке. Так, да, скорее, на самом деле происходит вот что. Мы перестаем внутри себя переводить, отключаем внутреннего переводчика. Так. А это самый такой вредный тормоз, который мешает нам свободно говорить на иностранном языке. Мы сначала
формулируем какую-то мысль на русском, потом переводим ее на иностранный и потом выдаем ее в пространство. Да, я знаю, один из ваших тезисов, с которым совершенно согласен, что не надо зажиматься, не надо бояться делать ошибки. Конечно. Я видел массу людей там, в той же Америке, и наших соотечественников, и иммигрантов из других стран, которые... Ну, чудовищно неграмотно, но очень быстро излагают. И понятно, о чем они говорят, хотя там конструкции абсолютно неверные. А есть люди, которые боятся ошибиться. Вы, когда занимаетесь людьми, вы работаете над снятием этих блоков? Да, потому что я считаю, что в изучении языка 50% это чистая математика, то есть освоение вот набора алгоритмов, которые позволяют комбинировать даже из небольшого числа слов большое количество словосочетаний и предложений. Другая половина – это чистая психология. Почему-то многие убеждены в том, что лучше не говорить никак, чем говорить неправильно. Ага. Это вреднейшее убеждение. И в то же время мы видим замечательный пример людей, которые, как говорится, не парятся на эту тему. И, обладая словарем пары десятков слов, добиваются всего, что им нужно. Просто потому, что у них нет этого комплекса и блока. А природа придумала самую лучшую методику изучения языков. Сначала мы учимся говорить свободно, с удовольствием, и только потом мы учимся говорить правильно. Угу. Другого пути нет. Угу. А какой язык для, ну, условно говоря, для славян, для вот, русских, легче всего освоить, если мы, конечно, не берем совсем близкие, там, не знаю, чешский, польский, не берем славянский язык. Какой вы считаете, с какого надо начинать, если человек хочет вот целую себе обойму языков? Да, это очень важная оговорка, потому что для того, чтобы язык изучать, нужна мотивация. Кому-то язык нужен как бонус на рынке труда, конкурентное преимущество, кому-то для учебы, кому-то для личных контактов. Но если мы ставим цель именно освоить некий ассортимент важных и интересных языков, которые делают для нас понятнее весь мир, для русскоязычных людей самый комфортный язык из европейских – это, конечно, итальянский. Итальянский? Почему? Максимально, по мелодике? Максимально близкая фонетическая система. Достаточно простая орфография и огромное количество слов латинского происхождения, которые нам понятны, которые имеются и в русском языке. Я теперь понимаю, почему так итальянская эстрада была у нас популярна в 80-е годы. Да. А вы по-итальянски говорите бегло? То есть для вас достаточно это, бегло, да. Вы с акцентом говорите? То есть вот итальянец, общаясь с вами, он понимает, что это русский акцент? Или у вас за счет вот этого багажа там вот совсем какая-то сложная картина? Значит, человеческая артикуляция устроена таким образом, что она настраивается на какую-то тональность, на какую-то систему. Для того, чтобы максимально приблизиться, ну так скажем, к родному произношению, требуется время. То есть говорить я могу перейти с языка на язык в любое время, но потребуется какое-то время, чтобы перестроить систему артикуляции. Но все равно ведь есть какой-то акцент. Вот ваш супруг говорил, что вы на хинди с английским, да? Ну разумеется. Да, разумеется. Почему разумеется? Потому что не с русским. Ну, может быть, да. Может быть, потому что я пришел к нему, уже зная английский, как в активной степени. И более того, для того, чтобы получить акцент, ну, приближенный к произношению носителей этого языка, очень важно имитировать не только какие-то структуры, какие-то звуки, а физиологию, физиологическую постановку этих звуков. Вот смотрите, простой пример. Скажем, чтобы говорить по-итальянски, надо очень четко артикулировать, надо очень четко произносить все звуки. Чтобы говорить по-испански, можно практически не открывать рот. Если мы говорим по-немецки, у нас все уходит вот сюда. Упор, акцент на горло. По-французски у нас акцент сюда. По-английски напряженные челюсти. То есть какие-то физиологические аспекты. Это, да, это вещи, такие наблюдения абсолютно физиологического характера, но они очень важны. Не просто чтобы имитировать, но чтобы вот войти в это состояние. Потому что язык – это не набор слов и грамматических правил, это определенное состояние души, это определенный взгляд на мир. У меня совершенно недавно, я был свидетелем того, как
бывшему французскому министру, который давал интервью моему коллеге, ассистировала его доверенное переводчество. Он сказал, что он хочет работать со своей переводчицей, потому что он ее знает и доверяет. И она, вот знаете, есть слово «лажала». То есть она переводила неправильно и вопросы, и ответы. А ведь это очень-очень существенный момент. Я вот думаю, когда вам же приходилось работать с президентами, и с Горбачевым, и с Ельциным, и с Путиным. Ведь ответственность огромная в такого рода коммуникации, потому что там любой какой-то вот оттенок, любая неточность, она может иметь последствия глобальные. Более того, все политики без исключения пользуются этим аргументом, и как только им хочется это каким-то образом поменять задним числом свое решение, они говорят, что меня неправильно перевели. Ну да, такой инструмент тоже есть. Кстати, как вот вам, в чем, допустим, с вашей точки зрения, как профессионала, отличие работ было с перечисленными тремя президентами? Горбачевым, ну, Ельцином, я переводил в основном их в синхронном режиме. Угу. Ну, не только их, но многих других тоже. Угу. Я бы сказал, что политику, вопреки ожиданиям, политика переводить несложно, если он не начинает импровизировать. А, вот так вот? А то есть, да. Вы с листа имеется в виду переводили? У вас был текст или нет? Какие-то официальные выступления. Так. Редко бывает просто полный текст, но его никогда никто не придерживается. Ага. Поэтому это не спасает. Поэтому это даже не спасает, если... но помогает. Это помогает в плане того, чтобы посмотреть какие-то там даты, цифры, имена, названия. Но из всех перечисленных Ельцин меньше всех придерживался какой-то темы. Не удивлен, любил импровизировать. Да, но в целом мы понимаем, что любой политик крайне осторожен. Ну, за очень редкими исключениями, в своих определениях. Это всегда такой, я называю это квантовый подход. Так вот, немножко и так, и так. В случае чего можно и сюда истолковать, и сюда. И это нормально, так должно быть. А если же мы говорим о языке бизнеса, где формулировки должны быть очень точными, юридически точными, самое интересное, что и здесь мы находим вот эту попытку, вот этот квантовый фактор ввести. То есть даже в вещах, где требуются конкретные цифры, суммы, даты, ухитряются создавать, и, вероятно, это идет из юридического языка, такие формулировки, чтобы можно было буквально на порядок снижать или повышать ту сумму, допустим, или ту цифру, которая изначально озвучивалась. Понятно, очень интересно. Так, у нас время подходит к концу уже. Я считаю, что она прошла вообще, экзамен сдала, прошла это испытание, была безупречна. Подумайте, мы с удовольствием вам отдадим. Это смотрит, а потом кто-то... И зрители, да, у нас бегущая, вот пока мы с вами беседовали, была бегущая строка с телефоном девочек, которые вот пристраивают этих же прекрасных животных. Значит, мы финишируем игрой в правду. Как это выглядит? Здесь, в этом мешочке, 4 фишки разных цветов. Вы вслепую выбираете одну из них и такого же цвета выбираете карточку. На карточке написаны вопросы, голубые — на подумать, красные — это... откровенные, желтые — неудобные. Если белая карточка будет, то это свободный вопрос. Я вам, значит, буду. Джокер, значит. Да, да. Опс. Так. Пластический момент, как я это называю. Прошу. Так. Любую синюю карточку. Прошу вас. Читайте. Какие ошибки допустили родители в вашем воспитании? Я стал чистым гуманитарием. Так, это плохо? Вот вы восхищались моими познаниями в языках, но есть очень много вещей, которых я не знаю. Например, я не умею водить машину.
Да вы что? То есть техническая сторона моей жизни серьезно остается. А супруга? Родители виноваты. Супруга водит машину. В моей семье никто не водит. Никто не водит машину? Нет. Как? И Демьян тоже не водит машину? Пока нет. Вот это да. Вот, вот о чем надо было поговорить. Кстати, чтобы просто закончить эту тему, средние и младшие, они тоже будут переводчиками? Нет, средние очень хорошо владеют. Как его зовут? Ильян. Угу. Хорошо владеет языками. Он, кстати, редактор моей программы на культуре. А-а-а. То есть он да. составляет все эти схемы. А дочь, она еще школьница. Зовут ее? Арина. Арина. Ага. Она для себя выбрала медицину. Медицину? Традиционную? Ну, я надеюсь. Нет, потому что, вот учитывая, что мама все-таки у нее из Индии, там совершенно другие да, представления. Вероятно, гены дадут о себе знать рано или поздно, но собирается заниматься профессиональной медициной. А имя вы выбирали, вот имя Арина, оно... Арина, да? Арина, да. Оно имеет аналог в индийском как-нибудь или нет? Или это вот европейское? Нет, оно имена... звучит достаточно так, вот, мне кажется. Имена были выбраны по православным святцам. Да, вы же сумели каким-то образом вашу супругу, у которой очень сложные там, они же и мусульмане, там, по-моему, отец, да, у нее? Или там. Я думаю, нет такой религии, которая. Да. Ну, в результате она стала православной, я знаю, что она крестилась. Так, второй. Снова синяя, да, на подумать. Вот видите, вам везет, потому что это вопросы на подумать. Третий точно не будет, я отложил себе так, фишку. Сваливали ли вы? Я сказал, что не мои вопросы, и по сути по фокусу. Когда-либо вину за что-либо на своего брата или сестру? Никогда, потому что брата и сестры у меня нет. Да вот видите, вы один в семье, а у вас трое. Это было... Это была компенсация. Это да, это часто так бывает. Но у вас вот когда вы... Ну, период, ну, романились, да, был гормональный период отношений, вы планировали, что у вас будет много детей или просто не думали об этом? Я переживал в детстве, что у меня нет брата и сестры. Поэтому вы ответили это была изначально установка. Да. Крайний, как это называется. Ну, на самом деле, последняя, предпочитаю по-русски говорить. Красная. С кем из бывших вам хотя бы однажды хотелось сойтись заново? Откровенно отвечаю, ни с кем. Да? А вот вы можете, на какой самый, как вы считаете, экзотический из языков, который... Я мог бы, конечно, ответить, что бывших не бывает. Нет, тем не менее. Вот можете на этот вопрос ответить на каком-нибудь языке, ну, не на таком, который, в общем, знают наверняка наши многие зрители, английский и французский, на каком? Какой из языков вы считаете, который... «Io non voglio tornare al passato mai nella vita mia». Это по-итальянски было, конечно. Вот прям вы меня удивили, что он самый легкий для... Самый комфортный для изучения русскими. Для русскоязычных это максимальная близость. Так, ну что ж, я вам дарю такую книжку, это называется «24 кадра правды про кино». Потому что здесь с киношниками беседы. Надо сказать, что с переводчиками у меня не было еще разговоров. Мне сказали, что это очень интересный разговор. Я не в смысле того, что надо обязательно, начиная с этого года, смотреть передачу «Полиглот», но все мои знакомые, которые смотрят вашу передачу, они просто ваши фанаты. Теперь я ваш фанат. Спасибо вам большое. Очень приятно.